Привет! Что мы будем сегодня делать? Мы будем сегодня делать опыты. Правильно! Мы будем делать искусственный снег. Тубойс! Важно, искусственный снег нельзя есть. Аккуратно открыть пакет. Высыпать в миску не менее литра, в которой мы будем выращивать снег. Для того, чтобы сделать снег, нам понадобится, собственно, сам искусственный снег в пакетике, 500 мл воды и емкость, в которой будем мы выращивать снег. Ну что, начнем? Начнем! Налейте в снег 500 мл воды. Наливаем, немножко ждем. Не похоже, как это. Наливаем еще. Да. Снежка. Платончик, возьми себе тоже сделать. Поможешь потом сделать снежок? Снеговика слепите, получится? Я леплю своего маленького. Папа, давай попробуем еще раз. Давай. Ставим тарелочку. И вытащим. Давай, Иван, кулка. Два. Дай потом налить теперь. Чуть-чуть. Ну, в общем, сейчас. Такой же по ощущениям, как прошлый снег? Да. О, этот более рыхлый. Меньше воды, он более рыхлый. Какой рыхлый? О, это и детальки снеговика нашли. На старт, внимание ваш, высыпаем. И мой кусок будет. Кирюш, ну как снежок? Лепишь снеговичка? Маленького своего лепил. А ты своего снеговичка как назовешь? Олаф? Да! Но мама Олаф! Ты тоже хочешь Платон Олафа, да? Давай слепим и тебе, и Кирюше по Олафу. Делаем снеговика. И верхний шарик, который будет его головой. А я ставлю ему носик, морковку. Платон, верни носик. Пока-пока! Пока! Кто это будет помочь? Вот маленький снеговичок Кирюша. Оу-оу-оу!